Всем привет, друзья, вы на канале Экспривит, меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в фраг про шутер. И сегодня, ребята, у нас будет баф на такого персонажа, как фрагмент. Поэтому с вас обязательно лайк, обязательно лепим свой клевый комментарий. И не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. С фрагманом вообще достаточно странная история, потому что его уже когда-то бафали, сделали достаточно неплохим персонажем, потом они решили, что он слишком силен, его решили понерфить, и теперь они решили снова его бафнуть, и вот как они это объясняют. Фрагман был немного слабоват по сравнению с другими героями на своей арене, поэтому они решили увеличить его урон и способности, то есть то, что они делали раньше. Они потом непроизвольно сами сделали его слабым, и наконец-то до них дошло, и они снова решили его улучшить. Хорошо, давайте посмотрим, какие улучшения, в принципе, на нем произошли. Пушка правосудия увеличивает урон на 20%. Хорошо, неплохо. Супер сверхмощный бластер, то есть это его умение, увеличен урон на 20% и уменьшено время восстановления на 1 секунду. Слушайте, ну, если честно, достаточно странный баф, он больше сделан на урон, да, на увеличение урона, и просто ему добавили, точнее, уменьшили просто время восстановления перезарядки его умения, что, ну, кстати, в принципе, достаточно неплохо, но раньше, я помню, он вообще не мог при умении двигаться, а потом он научился двигаться, но я помню, что-то все равно ему изменили. А, он мог очень далеко, по-моему, как-то доставать своей пушкой, но потом они, по-моему, сократили радиус. Да, по-моему, что-то в этом роде было. Ладно, посмотрим на него действие. Раньше это был очень крутой персонаж, его часто использовали, но сейчас его реально вообще на локациях просто не наблюдаешь. Ребят, кто помнит, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, сколько месяцев назад этот персонаж был просто максимально актуален. Его брали практически в абсолютно любую колоду, вот кому реально не лень. Так, по-моему, там на меня кто-то несся, да? Или мне показалось? Да, кто-то атакует, где-то есть. Вон, вижу. Стоять, парень. Снесли, хорошо. Супер. Это был очень актуальный персонаж, но потом что-то прошло не так, и его как-то начали потихонечку забывать. Кстати, в то время, когда он был актуален, еще Деспарадос был очень часто используемым героем. Хирак. Чтоб мои не напоролись. Может быть, опять на него хайп вернется. А, там уже все. Ого, что это было? Как-то я быренько слетел. Есть контакт. Спасибо, что постоял, подождал, пока я тебя убью. Мне было очень приятно. А, я хотел удачи пожелать. Кстати, но базу мы не можем атаковать, правильно? Да, не можем. Кстати, друзья, обратили внимание, что качество стало немножко лучше? Это потому, что я играю сейчас на высоких. Раньше я снимал на обычном. Сейчас вот последние обзорчики я делаю уже на высоких настройках. Просто у меня особо оно, в принципе, не имеет значения, на каких играть. Потому что мне и высокое должен тянуть. Лаги, которые здесь есть в игре, они зависят не от настроек. Это просто лаги есть в игре. Так было всегда во фраге. Кто? Где? Меня бьет. Ладно, промазал. Добил. Так, чуваки, мне не нравится тот счет, который сейчас у нас здесь идет. Нужно добивать. Давайте, наверное, отсюда обойду. Я, как всегда, не вовремя начал включать перезарядку. Но у меня такое бывает. Ой, ребята, привет. Блин, как слаженно сработано, да? Вы видели? Так, а у меня забияка там не забыл, что он может базы, короче, мне восстанавливать. Будем всех добивать. Так, где фрагмент?
Чуваки, атакуйте базы. Беги, 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 чувак, не тормози. Подловила. Так, охотник, давай, сейчас я на тебя переключусь, все будет хорошо. Главное, не иди за нее в атаку, не иди. Не беги, нафиг она тебя сралась, блин, тебе есть более важные дела. Так, начали лидировать, мне это уже нравится. Все, ребят, давайте, все, понеслись наверх башни, выгоняйте Рапунцель или просто всех уничтожаем. Что, никого? А, не, кто-то понес, ну сейчас эта хрень от козулы его просто сожрет. Да, ты молодец. Блин, вот я заметил, реально, вот козула хрень, ну, тяжело для фрага. Я уже у себя с колоды убрал козулу, чтоб не лагало. Слишком много факторов, слишком много. Не, без записи все четенько. Но на записи как-то так. Достал. Так, кто-то есть, нет? Так, ребят, я туда... Да, пусть они идут тогда туда, а я, наверное, с этой стороны попру. Так, я смотрю, там егерь, тоже козул. Да что вы все этого козула используете, блин? Как вы не поймете, он портит нахрен всю игру. Вы за ним своего носа не видите. На, сдохни. Да что ты будешь делать? Ну вот, блин, ну я бежал. Зачем я это сделал? Так, золото, все это подбираем. Давай, козел, иди сюда. Ты думаешь, я на тебя управу не найду или что? Нашел. Блин, чувак, нафига ты сюда залазишь? Ты в атаку беги. Это кто, Тайгер? Или Солдатрон? Так, пойдем вот так вот пробежим, все нормально, переживем. Не пережили. Я уже хочу, чтобы козулу просто понерфили. Из-за его вот этих пупырышек неудобно играть вообще. Да что ты будешь делать, что ты бегаешь? Да, это Тайгер. А, я так далеко не могу стрелять, да? Ладно, пойду, наверное, на ту базу. Потому что они сейчас по-любому до охотника пойдут. Я и кого-то убил. Вот что значит, ребят, торможение во фраге. Добил, не успел. Блин, долбанный егерь, сейчас его вот эта хрень будет меня валить.
Не плачь, не плачь. У меня тут тоже слезная катка, если что. Не все так гладко, как хотелось бы. Блин, да иди сюда, я хоть кого-то убью. Где? Кого я убиваю? Есть! Успел. Так, иди ко мне, родной. Слушай, что ты вечно слева появляешься? Так, снесли. Надо её. Да, блин, откуда вы тут все понабегали, блин? Так, на базу, срочно на базу. Да чтоб тебя, а? Так, чё, фрагман не ожил, нет? А вот теперь ожил. И как всегда, он начинает появляться не в той стороне, где надо. И чё, не добил? Ну, добил. Да блин, чё за торможения какие-то? Ну, типа я добил, но она ещё по секунду не добегает и потом только уже добивается. Что это за новости? Где ты делась? Да, реально надо что-то менять, потому что я замечаю, что противники реально, у них почти одни и те же колоды. Егерь, Казула, всякие Пайперы и тому подобное. Отличий очень мало. Развалили. О, фрагмент, красавец, ты здесь вообще супер. Блин, сзади меня, вы видели, как упало? Так, где кто? Да и как бот, я смотрю, он целится неплохо. Да убей эту зайку. Ух ты. Я ведь тоже могу фокусы показывать. О, разворачивай на нее. А, я не достаю. Ну что я могу сказать, в принципе неплохо, мы даже видели, что некоторые противники брали фрагмана, это уже о чем-то так говорит. Баф-то неплох, да, конечно, это не та былая слава, не та былая сила, которая у него была ранее, но в принципе использовать можно. Я его, конечно, не буду брать в основную колоду, потому что у меня есть свои предпочтения, но баф хороший, и в принципе он советовал бы данного персонажа, тем более за него реально можно поиграть. Ребята, обязательно пишите комментарии, что вы думаете по поводу бафа фрагмана и фрагмана в целом как персонажа, ну а с вас обязательно лайк, обязательно лепите свой клевый комментарий. И не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. Вы были на канале Экспровит, всем спасибо и пока-пока.